Всем привет! Продолжаем. Это вторая часть у нас эфира. Мы не смогли закончить, потому что у меня отключился VPN. Вот. Нам нужно дорисовать вот этот вот Missoni вариант. И вот этот вариант нам осталось чуть-чуть додекорировать. Вот. Ну, да, сейчас есть такие небольшие работы. Вернее, небольшая сложность в работе с прямыми эфирами, потому что очень быстро заканчивается трафик у VPN. Я вот сейчас перезашла и подключила новый VPN. Сейчас я постараюсь быстро закончить. И потом выложу двумя частями. Будет подписано прям прямой эфир. Часть первая и часть вторая. Не запутайтесь. Так, надеюсь, что здесь на этом VPN мне трафика хватит. Не могу купить VPN, потому что я протупила. Надо было сразу покупать, пока была возможность. А сейчас эта функция уже заблокирована. Вот, в App Store ничего не могу купить. Так, здесь у нас шармикончик. Смотрите, что я придумала. Мне очень понравилось сочетать... Шармикон – это из базового ассортимента, вот такие слова у нас. И вот такой шармикончик сейчас. Где у нас эти буковки? Галь, так что? Идет? Так, вот он. Это из серии мужских шармиконов. Там буквы вот такие классные есть, вот такие вот квадраты прикольные. Короче, мне понравилось. Берете буковку какую-нибудь, где есть спинка у буковки. Так, спинка у буковки. Вот так. Нет, вот так. Так. И вот к этой части клеите какую-нибудь и с мелкими словами. Во. Вот так. Классно получается по композиции. Все, и перекрываете финишем. Я в сторис обязательно фотографию выложу, потом посмотрите, что получилось. Так, это шармиконы, сейчас я скажу. Я, получается, работала номер 183, панк-рок. Но они классные, потому что здесь, видите, буквы большие, маленькие. И вот из этой серии шармиконы 179, 180. Наверное, вот уже... Года 4 – это самые популярные шармиконы слова. Мы их перевыпускаем постоянно, чуть-чуть апгрейдим. Чем протирать кисточки? Особенно для французского маникюра после красок. Обычными влажными салфетками рекомендую. Вот. А для французского маникюра и для светлых оттенков желательно вообще кисть отдельную иметь. Вот, желательно иметь кисть отдельно. Что у нас получилось, смотрите. И классно то, что зеленый, видите, с блесточками, с такими легкими серебряными. Так, быстрее уже заканчивайся, зигзаг.
Короче, чем короче ногти, тем быстрее мы делаем дизайн. Поэтому многие мастера почему делают короткую длину клиентам, потому что это и быстрее выполняется, соответственно, коррекция, меньше тратится материала и, конечно же, быстрее делается, если есть дизайн. С такими полосочками дизайн, кстати, рекомендуется два раза топом перекрать. Вы один раз перекрываете, слегка выравниваете, как раз клеите шермиконы, да, а потом, когда уже второй раз выкладываете финиш, можно сделать с небольшим моделированием, чтобы выровнять поверхность. Вот, чтобы выровнять поверхность. Ой, классный синенький, прям вообще вкусный. Ой, я на оранжевый не нажала кнопочку, он у меня не высох. Сейчас я подсушу. Так, секундочку. Вот, а здесь вариант, смотрите, я сердечком делала. То же самое. Сейчас мы чуть-чуть поровняем. Все, дальше уже не хочу рисовать. Сейчас, наверное, я просто свободный край закрашу и все. Все, а здесь мое терпение закончилось. Поэтому мессони делайте на короткую длину. Тоже будет классно. Ничуть не хуже, чем сейчас здесь на длинный. Все, слушай, здесь я вообще ничего не приклеивала. Здесь просто оно хорошо смотрится, потому что есть пустые места, ложа закамуфлирована. А здесь, там, где мессони, лучше ничего не клеить. Еще раз напомню, сейчас мы работали красками из новой коллекции Sunshine. Это вторая часть эфира. Первая часть, я ее выложу первой. Вот, кто только что присоединился, потом пересмотрите. Вот, здесь 6 классных оттенков, вот таких вкусненьких. Один есть с крошкой, один есть с перламутром. Есть классические, есть пастельные, есть неоновые. Все, и, как я и говорила, здесь нужно чуть-чуть выровнять эту поверхность. Поэтому можно либо в два слоя. Либо чуть-чуть подналить, подзамоделировать. Вот. Ярко, как получается. Все, и что у нас получилось? Всем большое спасибо за внимание. Поэтому, кто пропустил первую часть эфира, кто только что присоединился, я сейчас обе части выгружу отдельными постами. Всем пока-пока.